только что мы с Самаем разговаривали на тему вот бальзамов, да, то, что как они делают вручную, потому что некоторые травники, они делают бальзамы вручную. И у них получается раз от раза там разная консистенция, разные цвет, разный запах, идут различия. Я задала ему этот вопрос, он говорит, ты знаешь, у меня, говорит, тоже, я говорю, да, я делаю у него специальное оборудование, он мне сейчас показывал видео, мы договорились, он мне обязательно покажет процесс производства бальзамов, когда он будет делать новый бальзам, он меня пригласит. Пока он мне пригласил, показал видео на тайском языке, сказал, извини, весь процесс снять нельзя, потому что там используются секретные ингредиенты и так далее, но кусочек процесса я заснять смогу. Вот. И он тоже говорит, так мы используем только натуральные ингредиенты. Вот. Я Team Brand бальзам, как раз фотография его бабушки на обложке. Вот, и так он использует натуральные ингредиенты, тоже у него от партии к партии разница в цвете. Потому что все корешки, травки, они разные, даже вот куркума и куркума, но от урожая к урожаю разные цвета, разное количество эфирных масел, поэтому небольшая разница в цвете и в запахе тайского бальзама все равно от партии к партии она имеется, если бальзам только не делается на основе искусственных красителей и ароматизаторов. Вот, основная информация, которую я хотела донести в этом видео.